Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить страшный атмосферный анабиоз «Сон разума». Поехали! Так, я вижу, патрончики лежат. Они нам пригодятся. Так, здесь некуда, да, наверх. Наверх идем. Погреться. Тоже как раз, кстати. Это у нас ХП вообще на нуле. Оп! Человек-мотылек. Умри, ну! Так, с этим разобрались. Этих людей-мотыльков нужно просто без перерыва стрелять по ним, иначе они, блин, слишком долго их убивать. О! Ай-яй-яй, там еще кто-то. Автоматом. Жесть. Валим, валим, валим. Что-то их здесь много. Надо в первую очередь от этого. Отлично. А то он прыгает, мешает. Воу-воу-воу! Давай быстрее перезаряжай. Фу. Отлично. Какая-то жесть сейчас произошла. Просто. Так. Немножко погреться. Белый медведь. Белый медведь – самый крупный из отряда хищных. Его длина достигает 3 метров, масса 800 килограмм. Вот это зверь. Самые мелкие медведи водятся на Шпицбергене, самые крупные в Беринговом море. Белого медведя отличают длинная шея и плоская голова. Кожа у него черная, цвет шубы варьирует от белого до желтоватого. Летом мех может желтеть из-за постоянного воздействия солнечного света. Шерсть белого медведя лишена пигментной окраски и шерстинки, что шерстинки пали. Не понял, что там написано. Есть гипотеза, что они действуют как световоды, поглощая ультрафиолетовые лучи. Во всяком случае, при ультрафиолетовой фотосъемке белый медведь кажется темным. Продолжительность жизни максимум 25-30 лет. В неволе рекорд жительства 45 лет. Кстати, я и не знал, что при ультрафиолетовой съемке медведь становится темным. Белый медведь становится темным. Смотрите на этого красавца. Так, это у нас зверь. О, войти можно. Так, давайте возьмем ружье. Сюда типа и надо было. Киноглаз. 6 серия. Так, здесь у нас ни черта нет. Что? Пленка? Зачем нам пленка? В смысле? Давай, запускай уже!
Ну что это? А, кино запустил. Про чё кино? Интересно знать. Ничего, да, сделать нельзя. Окей. Идем дальше. Блин, жизни-то вообще что-то мало. Ну, наверное, за той дверью кинозал, наверное, какой-нибудь. Показывают какой-нибудь полосатый рейс. Давай, 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 перезаряжай быстрей. Блин. Эти чуваки начинают уже напрягать просто. Нафига там замок просто вырвало у двери. В аквариуме идет снег. Вот и кинозал. Так, я же включил пленку. Где кино? О. Патрончики. Отлично. Здесь тоже у нас жизни больше, чем можно нагреть. О, тушим свет называется. Что? Это как? Воу-воу-воу-воу. Чувак просто... Стой, как? В смысле? Что надо сделать? О, я попал, что ли, типа в него? Еще? А чё-то какая-то вообще трэш. Так, так, так. И, кстати, даже не спрятаться. Я даже, находясь... Да чё он не дохнет-то? Давай трещи-то. Я даже находясь за сидушками, он по мне попадает. Почему по нему не попасть? Да сдохни ты уже, а? Еще идут. О, он там с автомата по мне шпалит. Вообще какой-то трэш, я...
О, тебя еще не хватало. О, черт, он прям вылез. Вылез. А теперь... О, черт. Отлично. Так, хоть это... Почетче как-то попадал вживую-то, чем в кино. Что-то вообще тут намутили. Так, надо. Здесь я все истратил патроны. Перезарядить. Так. Табуретка улетела под стул. Нам сюда. Просто так свет загорелся, или... Или там что-то... Просто, получается, свет загорелся. Лампочку надо включить. Снова идем в радиацию куда-то, осторожно, в радиацию. Я уж думал, таких мест-то не будет. Да ладно. Опять в этом, в реакторе, что ли? Пришли. А, только сверху получается. И... Ну, можно сказать, добрались до самого верха. Так. Я так полагаю, нам надо на ту сторону. Наверное... О. Защита реактора. Неужели нельзя его остановить? Ну, сделай же что-нибудь! Успокойтесь. Некуда больше спешить. Ждать осталось совсем немного. Скоро начнется. Сколько времени еще? Не знаю, это неподконтрольный процесс. Нужно уходить. Как уходить? А команда? Команда справится. Готовить вертолет. Без визы капитана я на это не пойду. Я тебе помогу. Пойдем на это вместе. Через 10 минут ждите на верхней площадке. Вау. Что происходит? Вот оно, рассыпавшись в искры, угасло. Чего у меня пальцы пожелтели? Что? Какого черта я стою здесь на краю? Надо это... Не-не-не-не-не, я туда не хочу. Нам надо на ту сторону. Я так полагаю. Просто без моего ведома чуть не спрыгнул в жерло лавы. Хорошо, что отошел в сторону. Сейчас бы дверь у меня снесло. Воу! Воу-воу-воу-воу! Что происходит? Почему они все сдохли? Что произошло? Так, давайте-ка перезарядим на всякий случай.
Что-то мне это нифига не нравится. О, можно погреться. Прям просто подойти и погреться. Ай-яй-яй! Тихо! Перестань стрелять в меня! Блин! Ты какого черта? Как они меня бесят, а? У меня же просто пукан, он горит. Ты еще живой? Почему ты еще живой? Да ладно. О! Почему так вот не сделать было, когда он там стоял? Нормальная винтовочка скорострельная. Хотя бы одна обойма, и то радует. Так, куда нам? Сюда. Я ни черта не вижу, куда бегу. Не подходить к краям платформы, не трогать тросы. А, да ладно. Мы с этой стороны переиграем за этих, которые пытались перерубить тросы, короче. Так, куда? Я ни черта не понимаю, куда бежать. Стойте, подождите, я здесь еще, как же я? Куда же вы? Я же еще, я сейчас, я быстро. Так. Где дверь в помещение? Мне надо зайти уже в помещение. О, отлично. Закрыто. Чё-то помещение какое-то знакомое, вам не кажется? Да, они в принципе все здесь похожи. О, чё-то оно само теперь стало всё срабатывать. Дверь, наверное, открылась. Ай-яй, о, чёрт! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Зажали! Зажали, козлы! Да дайте мне пройти-то, пробежать мимо вас! Чертям идите! Смотрите, в долбу на маду! О, черт! Просто жесть. Чем дальше, тем все суровее и суровее. 3 патрона.
что здесь? А, капитан. Капитан, вытащи меня отсюда, а. Что там лежит? Однажды мы так же бесконечно долго стояли, и громкий шум разбудил меня. Встревоженный я быстро встал и вышел на палубу. Когда глаза привыкли и небо отделилось от мраморного льда, я начал различать запутанные красные нити, которые тянулись от самого горизонта. Взглянув вниз, я увидел тело огромного белого медведя. Он лежал на лоскутах кровавого ковра, вокруг суетились маленькие серые люди. Они возбужденно кричали, жестикулируя и перебивая друг друга о том, как после долгого преследования им все-таки удалось одолеть загнанное животное. Забившись в тесную щель между торосами, он впервые в жизни один на один противостоял не самой природе, а ее наивысшему порождению. Загнали, короче. Загнали зверя, короче. Отлично. Давайте перезарядим. Еще. Ой, я не люблю, когда набираем. Дают нам набирать всякие боеприпасы. Опять ты? Да ладно. Ой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Валим, 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 валим. А-а-а. Это такой громкий тогда. Вау-вау-вау-вау. Так, автомат. Лучший автомат. Да блин, патроны кончились. Ай! Боже. Боже, 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 боже. Ау! Отсюда бежит. Отвали ты. Вон дырка, паяй. Да ладно, патроны кончились. Человек-солк разрушивал. Патроны кончились. Так. Сейчас я со снайперки. Она помощнее. А! Вон, вижу там патроны. А, нет. Давай я тебя сейчас нахлобочу. А, патроны кончились. Паяй. Есть.
все. Сложился. Отлично. Блин, не ожидал я этого Человека-паука здесь увидеть. Это просто жесть. Так. Патроны. Все, больше нет патронов здесь нигде. Погреться. Так, он разбил. Получается, сюда нам, что ли? Он разбил здесь. Или в дверь. А, в дверь, наверное. Не пройти. Так. Ну, кого еще тут ожидать? Кто еще к нам вылезет? Просто в этой серии у нас были все, походу. И эти. И Рэмбо. И мотыльки. И ключик золотой. Буратино. О, у этого, у медведя тут. Сердечко горит. Так. Вдруг я заглянул на снимки и увидел, что ничем не лучше их. Или, может быть, я решил изменить этот мир? Тогда нужно изменить хотя бы одного, даже если этим единственным окажешься ты сам. Теперь я знаю, что он чувствует. Всем своим существом я ощущаю это теперь. Айсберг необратимо сжимает свои тиски. Бороться или сдаться. Вот он такой простой и самый сложный выбор в жизни. Только так мы узнаем, из чего сделан. Он испытывает нас. Нет времени больше ждать. Если нам позволено будет, мы вырвемся отсюда. Господи. Так. Не погреться. Блин. Совсем замерзли, пока стояли, читали. Угу. Че, нам надо медведя спасти? Да, я видел, он через эту трещину забежал. Там пещера, наверное. Берлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь посередине. Я кому медведь сказал? Фу, медведь. Чувак с ружьем, а не медведь. Вон. Оу. Ну, сейчас. Так, я понял, нам надо, чтобы медведя не убили. Тогда здесь чучело не будет. Да, я видел, он через эту трещину забежал. Там пещера, наверное. Берлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай, я здесь посередине. Вон. Ну, сейчас. Да, я видел, он через эту трещину забежал. Там пещера, наверное. Берлога его. Наверняка. Так, а ну иди давай. Я здесь посередине. Так, короче. Я кому сказал? Я так понял, надо вот эту глыбу сбросить. Когда чувак зайдет. Сейчас он. Вот он сейчас зайдет. О, он зашел. Здесь обвал! Слышишь? Эй! Всё, Мишка кушать. Меня тут завалило! Зови остальных! Я сам не выберусь! А, а, а,
Здесь обвал! Я выйти не смогу! А, или это, надо... Пока он там... Эй! На помощь! Пока он там срется, надо... Помогите! Эй! Эй! Здесь обвал! Слышишь? Эй! А тот, наверное, сейчас побежит за помощью. Я смогу выбраться. Зови остальных! Я сам не выберусь! Да, он побежал за помощью. Здесь обвал! Я выйти не смогу! Все отлично. На помощь! Помогите! Спасли Мишку. Отлично. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Группу я скоро уже буду заканчивать. Вот, скоро ее запущу. Так что, чем больше народу, тем больше кислорода. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.